немножко не так интимно, как требуется. Это будет настоящий авангард. Вот именно. По-моему, этот стул должен стоять здесь. Милая, ты не могла воспрепятствовать. Я пыталась, но она назначила меня постановщиком. И здесь будет человек 30. И мы все поставим на место. Эта пьеса много для нее значит. Она очень недурна. Теперь я гораздо лучше ее понимаю. И тебя тоже. А меня? Нет-нет-нет, актеру необходимо пространство. Ричарду с его темным воображением суждено было стать серийным убийцей или писателем? Небольшое преувеличение. И началом карьеры я обязан тебе, потому что...